А еще у меня есть вот такие классные две лампы. Они очень старенькие, мне их подарили, что одну, что вторую. Одну, можно сказать, я купила за 500 рублей, вот эту вот как раз. Но, увы, там разбита вот эта вот часть прозрачная, как она называется, не знаю, колба. Вот не знаю, кто-нибудь может в курсе, где можно такую купить. Ну, лампа старая, возможно ли такое, как она вообще называется, чтобы просто если я восстановлю, я вот хочу там зачистить, все сделать, покрасить заново. Но вот если этой колбы нигде не купить, то смысл восстановления, если вот этой стекляшки я нигде не найду. Потому что склеить, я думаю, что не получится. Там много частей, в пакете там еще остались части от этой лампы. Именно от стекляшки. Железка все нормально, ну там погнутая всякая. Но в принципе, я думаю, можно ее восстановить. Я никогда этого не делала, поэтому это также было для меня в новинку. Но зато как это классно, если получится восстановить и пользоваться вещью, которая очень-очень-очень старая. Она реально раньше в чем-то доме была. Дом этот заброшенный, и удалось у хозяина там перекупить. Помните видео с домом, что я залезла в старый дом, и там эта лампа висела? И я сказала, что, блин, я хочу эту лампу. И для меня договорились с этим хозяином. Ну, алкаш на самом деле, он там и даром говорит, берите. Ну, 500 рублей, и забрала я эту лампу. Вообще, этот заброшенный дом, это дом его матери, которой уже нет. Вот, а как раз та лампа, которая у меня первая, зеленая, вот я ее уже помыла, очистила, только я еще не красила, еще не занималась восстановлением. И, ну, просто хотела побольше посмотреть видео, научиться, как это сделать, чтобы не испортить. Мне подарила бабушка, которой 94 года, она всю жизнь прожила в деревне. И вот она мне сделала такой подарок, узнала, что я люблю все там восстанавливать, мне нравятся всякие светящие штучки. Хоть по жизни я люблю всякие огонечки, всякие светящиеся прожекторы, что вот такие лампы. И вот она мне подарила, чтобы я могла восстановить и пользоваться.